Здравствуйте, дорогие друзья. Рады приветствовать вас на матче команды Banner System против Street Dudes. Сразу давайте перейдем к составам. В составе команды Banner System Степаненко Максим, Степаненко Денис, Михаличенко Руслан, Мирошник Александр, Малина Сергей, Поляков Владимир, Белявский Ростислав, Гниденко Виталий и Боровик Иван, как я понимаю, на воротах. Нет, на воротах он не будет стоять, он будет играть в поле. На воротах как раз таки у нас Степаненко Денис указал. Ваня, спасибо. В составе команды Street Dudes Бурба Андрей, Соболев Андрей на воротах. Сливка Максим, Куземич Максима, Аболинский Богдан, Савчук Дмитрий, Костык Ярослав, Савченко Владислав, Каминный Роман и Павленко Александр. Боровик перевел шире на Степаненко Максима. Дальний удар от Ивана. Пощупать, попробовать, как говорится. Костык. Хороший контроль от Banner System. Сегодня они как будто другим таким эмоциональным тонусом подходят к матчу. Но опять же, это все пока счет удовлетворительный. Команды часто могут менять свой какой-то настрой, как только все меняется по ходу игры, скажем так. Боровик. Куземич. Костык. Опасно. Боровик выручает вот таким подстраховыванием своего визави Степаненко Дениса. Соболев. Сливка отыграл на Бурбу.
Савченко. Снова сливка. Савченко. Оболенский. Переход мяча к команде Бенарсиста. Максим Степаненко через назад. Хороший контроль, индивидуальный. И, тем не менее, вынуждает потрудиться Андрея Соболева. Белявский Ростислав хорошо вписался сегодня в матч. Создает трудности, создает проблемы. Хороший мод, хороший. Аккуратно. Лево до! Жестче передать. Входит. Макс, твой, это твой, Макс. 12. Эй! Хорош! Почаще. Сразу, два. Бровик. Ростислав хорошо выдал передачу. Попробовал пробить Поляков. Владимир. Есть. Нету забитого мяча. Бровик помял лицо Соболева ударом вот таким. Тем не менее, продавить и завести мяч в ворота никак не получилось у Бенарсиста. Сейчас будет еще одна, как минимум, попытка. Но тут уже куда хладнокровнее и легче это удается. Боровик Иван реализовывает первый мяч в этой встрече. Кстати говоря, с передачи Степаненко Максима. Небольшой бокс сегодня на футболе. Два раза уже попадали по лицу. Такое редко, в принципе, в матче увидишь, а сегодня уже два раза за 9 минут. Соболев. Бурба. Андрей решается навесить на сливку. Максим. Очень вовремя и полезно, скажем так говоря, находит свою возможность контратаковать. У нас забивает 15-й номер Михаличенко с передачи
как раз таки Ростислава Белявского. Пытались стрит-дьютс продавить. Не свою какую-то попытку. Белявский на Михаличенко. Дальше не доходит до адресата. И легко, казалось бы, это выглядело. Забитый мяч от команды Street Dudes. Нужно будет уточнить фамилию, пожалуйста. Кто забил? Андрюх, фамилия, Андрюх. Жень. Камиль. Спасибо. Здесь легко реализовывают от команды Street Dudes Костик Ярослав. Я, честно говоря, борюсь с трансляцией, из-за этого чуть-чуть примолк. Ну и на самом деле не понимаю, в чем трудности. Скорее всего, поток интернета слишком слабый именно сегодня. 2-2. Под тобой. Ниже, ниже. Много равных матчей сегодня, и это радует. Костык. Савченков отыграл назад на Куземича. Савченко, Петкаминный, Бровик, далековат для удара, но Иван решился попробовать свои силы на расстоянии, скажем так, Соболев, Костык. И это важнейший мяч, честно говоря, от команды Street Dudes. Они вырываются сейчас вперед, начав не так хорошо, не так, наверное, правильно с точки зрения тактических каких-то заготовок. Просто
Нет, нет. Костык. Вынужден Белявский уже заострить свое внимание на каком-то контроле за игроком Ярославом Костыком, соперником. Чтобы чуть меньше давать возможности комфортно себя чувствовать. Классный пас по диагонали. Пытался отыграть дальше. И как сориентировался вовремя Савченков. Наверное, слишком громко говорю, и ребята слышат меня, но я иногда эмоционально больше поддаюсь каким-то эпизодам. Куземич. Вот ты мой, что происходит. Это же серьезная ошибка от голкипера. А Максиму улучшает ситуацию на футбольном поле для команды Street Dudes. 4-2. Белявский. Два клуба! Белявский. Но Белявский, хороший контроль. Но Соболев внимательным был. И в этом моменте очень хорошо сократил дистанцию. Паваленский. Павленко. Поможите ему один выйдет сюда. Урба. Хороший пас, как хорошо на опережении обыгрывает здесь Соболева. 13 номер, просто превосходно. Здесь мне мяч понравился. Степаненко Максим реализовывает, сокращая разрыв. Ну а Белявский отдавал эту голевую. Через центр. Максим. Автор третьего мяча. Степаненко. Ну, дублирующий удар от Боровика. Ваня голодный по дальним ударам, как видно. Все, дай всем право. Аваленский. Павленко. Есть отбор от Бен Арсистем. Максим Степаненко в штангу мяч попадает. Павленко выручает. Есть такие добивания. Забавным образом все-таки не смогли остановить этот момент. Степаненко Максим. Ничего, вы забываете.
Смотрите нормально, да? Первый тайм окончен. Первый тайм приемный. Женя, дай блокнот. Надо сдать. Да. Я за удар бегаю с него. Лёка, держи, держи. Сначала Боровик Иван забивает и повел команду BNR System вперед сейчас. Костик. Разобрался я, в чем проблемы трансляции, как, собственно, победить ее. Просто нужно два вида интернета. Один для загрузки матчей, второй для того, чтобы трансляция вещала. Просто поток слишком слабый, буквально на грани, скажем так. И как только матч загрузился, трансляция сразу сама и наладилась. Котик. Есть брос от голкипера. Напором сейчас Street Dudes старались взять BNR System. Не сработало. Белявский хорошо отыграл на Боровика. Боровик шире. Поляков Владимир открывался. Дальше перспективно. На него передачу толком не отдали. Еще один забитый мяч. И BNR System укрепляет свое превосходство сейчас на данную минуту. Степаненко Максим. Не первый его мяч за сегодня.
Прошу прощения. Шуявина вас железо ломает. Каминный умудряется обыграть двоих вот так легко, набирает ход. По диагонали играл направо. Дальше не прошла, Боровик подбирает мяч. Снова такая же атака, только уже в другую сторону. И я который раз заточен на удары, мяч еще в поле. Легион уже посматривает за матчем своих соперников. Костык. Хороший силовой удар, дальний сейв дублирующий. Не уверен, что на 100% Степаненко Денис вратарь, тем не менее вошел в кураж точно. Благодаря таким эпизодам оживает уверенность, если даже она была утрачена. А счет еще ее и укрепляет, скажем так. Костык. Каменный. Можно перевести налево. Савченков. Замах прочитал Боровик. Пока встал, конечно, тот уже и смог снова завладеть мячом. Хорошенько сейчас контролирует Street Dudes. Главная их проблема в том, что они в защите плохо дорабатывают. Это факт. Потому что много пропускает. От тура к туру. Ну, возможно, наладит эту ситуацию. Как только это сделают, сразу будет результат совершенно другие. Ростислав, наверное, сегодня самый активный, самый полезный игрок в команде. Сливка. Хорош контроль в центре. Белявский. Михаличенко, Степаненко.
Поляков, Владимир. Далеко для таких ударов, мне кажется, Соболеву. Сливка. За хлопки, собственно, Белявский получает желтую карточку, неспортивное поведение. Да, Белявский. Протокол, приветствую, у Жени. Есть синяя вот эта рука ваша? Нет. Есть. Дадим, дадим. Сливка. Сливка поборолся за мяч. Пробивает и забивает мяч. Максим, молодец, на высоте здесь. Удар снова заряжает Костык. Сейф от голкипера. Высоко достаточно ушел от своих ворот. Савчук. Савчук. Протокол уже не. Мы дадим, как вы выйдете в поле. Света, синяя футболка нужна будет для него. Браво!
Белявский переиграл Ростислав. И, возможно, этим мячом он станет героем матча. Хорошее открывание. Владимир все-таки запутался здесь. Савченко. Савчук, вернее. Отдавал передачу на Боленского. Вступился в борьбу. Каминный. Аболинский. Слишком красиво, но слишком непродуктивно. Каминный. Хорошая контратака, Боровик на скорости. Как убегает Иван Боровик, но не забивает здесь. 40 минут. Thank you.
Пятый фол, друзья, от Street Dudes. Непривычно много фалили сегодня. Представители двух школ Outlook и TNT, можно так это будет назвать. Костык. И вот он момент. Павленко Александр реализовывает. Да, Костык сделал тут 75, если не 90% работы. Саша добил на дальней штанге и сократили разрыв до одного мяча. Костык хорошо обыгрывает, бьет с носка, вратарь со второй попытки, Степаненко Денис фиксирует, вбрасывает, Куляков Владимир, туда, на Михаличенко, Руслан чуточку вязко это все делал, Белявский, возможно, будущий герой матча, я напомню, что именно благодаря его мячу мы пока что видим на табло лидирующих Бен Арсистер. Каминный. Дают убегать очень легко, танцуя, я бы даже сказал. Роману. Сливка. До него мяч не доходит. Степаненко Максим уже был открыт там на дальней. Белявский вовремя сокращает расстояние, не давая развернуться Костыку. Классный дриблинг Костык. Михаличенко. Нет, за это не даст. Оба технично друг друга придерживали в этой ситуации. Я думаю, это и стало определенным таким решением от судьи. Женя. Жень. Совконстракт Галактикус. Идите, да? А? Друзья, это финальный свисток, у нас победа. Все-таки победа Бен Арсистема. 7-6. Чем мы их поздравляем, конечно.